Что касается успешности миротворчества, выскажу свое мнение. Сегодняшняя конференция посвящена 30-летию миротворческой миссии на берегах Днестра. На самом деле, миротворчество имеет уже более чем 200-летнюю историю. На самом деле, первые россияне-миротворцы, если так можно сказать, здесь появились в 1792 году, когда был основан город Тирасполь, перед маршалом еще Суворовым, впоследствии генералиссимусом. Это, кстати, единственный город, который основал Суворов. А потом, после русско-турецкой войны 1806-1812 года, российские войска уже охраняли мил и покой на территории Бессарабии, Бессарабской губернии Российской империи. И вот эти столетия солдат России, солдат Советского Союза никогда не покидал данную территорию. И мы одно целое. И в этом есть успешность миротворческой миссии. А сегодняшние миротворцы, они продолжают славное дело своих прадедов, дедов и отцов, сохраняя мир на Приднестровской земле. Мы едины во мнении. Здесь должен быть мир и должны остаться миротворцы, как гарантом мира на нашей земле.